Нижнекамск Нефтехим – одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы. Занимает ведущие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в Российской Федерации. Входит в группу компаний ТАИФ. Основные производственные мощности расположены в городе Нижнекамске, Татарстан. Компания основана в 1967 году, 31 июля была выпущена первая товарная продукция. За свою более чем полувековую историю компания заработала имидж надежного делового партнера, накопила уникальный опыт освоения современных технологий. Это бренд, узнаваемый во многих странах мира. Сегодня на площади в 22 квадратных километра располагаются 8 заводов компании, перерабатывая прямогонный бензин, широкую фракцию легких углеводородов и другое нефтехимическое сырье. Нижнекамск Нефтехим производит мономеры, являющиеся исходным сырьем для каучуков и пластиков, изопрен, дивинил, этилен, пропилен, стирол и другие. 7 видов синтетических каучуков общего и специального назначения – изопреновый, бутиловый, бром- и хлорбутиловые, полибутадиеновые, на неодимовом и литиевом катализаторах, бутадиен-стирольный. 4 вида пластиков – полистирол, АБС-пластик, полипропилен и полиэтилен. Продукты жидкой нефтехимии на основе этилена и пропилена. В номенклатуре выпускаемой продукции 120 наименований. В структуре экспортных продаж ведущую позицию занимают синтетические каучуки. В объеме реализации продукции на внутреннем рынке преимущество за пластиками. Компания «Нижнекамск Нефтехим» является мировым лидером по выпуску изопренового каучука с долей 37,8%. На глобальном рынке и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков с долей 16,3%, а также занимает 4,7% на мировом рынке бутадиенового каучука, что позволяет компании уверенно входить в топ-10 мировых производителей синтетических каучуков. В 2020 году компания «Нижнекамск Нефтехим» подтвердила свои позиции ведущего поставщика полимеров, несмотря на сокращение общей реализации по сравнению с 2019 годом. Выпускаемые компанией синтетические каучуки используются для изготовления автомобильных шин, всевозможных резинотехнических изделий, резиновой обуви, спортивного инвентаря, клеевых составов, водоотталкивающих композиций, а также в пищевой и медицинской промышленности. Компания освоила выпуск дивинил-стирольного синтетического каучука ДССК. Это самый последний современный функционализированный каучук 5-го поколения. Шины из ДССК имеют низкое сопротивление качению, за счет чего снижается расход бензина и повышается экологичность машины. Именно поэтому они считаются зелеными. Покрышки с применением этого каучука также отличаются хорошей износостойкостью, морозостойкостью и низким уровнем шума. В Российской Федерации публичное акционерное общество «Нижнекамск Нефтехим» – одно из крупнейших производителей пластиков. Предприятие выпускает полистирол ударопрочный и общего назначения, полипропилен и АБС-пластик, которые применяются в производстве упаковки бытового и промышленного назначения, деталей для автомобилестроения, в изготовлении искусственных нитей и волокон, бытовой техники. «Нижнекамск Нефтехим» является крупнотоннажным производителем в Российской Федерации линейного полиэтилена низкой плотности, используемого преимущественно в изготовлении стрич-пленок, пищевого и промышленного назначения. Внутренний рынок и рынки стран СНГ для акционерного общества «Нижнекамск Нефтехим» являются приоритетными для поставок выпускаемых пластиков. Компания увеличивает объемы их продаж, в том числе за счет производства и реализации марочного ассортимента, способного заместить импортируемые аналоги зарубежных производителей. В первую очередь, линейный полиэтилен низкой плотности и сополимеры пропилена и этилена. Доля компании в объеме производства собственных пластиков в Российской Федерации составляет 20%, в том числе по линейному полиэтилену низкой плотности 85%. Во втором полугодии 2020 года акционерное общество «Нижнекамск Нефтехим» увеличило долю поставок пластиков на рынке России, Беларуси, Казахстана до 98,2% от общего объема производства. Компания – крупнотоннажный производитель простых полиэфиров на основе окиси пропилена, тримеров и тетрамеров пропилена, неиногенных поверхностно-активных веществ на основе алкилфенолов и второй российский поставщик оксида этилена и этиленгликолей.
Эти важные виды химической продукции используются в автопроме, мебельной промышленности, производстве синтетических бытовых и институциональных моющих средств, а также в производстве тары для безалкогольных напитков, листов и пленок пищевого назначения, искусственных нетканных волокон и многих других продуктов бытового и промышленного назначения, без которых сегодня сложно представить жизнь современных людей. С момента основания компании опыт, знания и усилия трудового коллектива, правления компании и совета директоров были направлены на решение задач по выпуску высококонкурентной продукции, увеличению мощности производств, вводу в эксплуатацию новых установок. Сегодня Нижнекамск Нефтехим – крупнейший деловой партнер российских и зарубежных компаний. Продукция «Синим трилистником» надежно и своевременно экспортируется в десятки стран Европы, Америки, Юго-Восточной Азии. Продолжая свой путь развития в условиях современного быстро меняющегося мира, компания стремится к максимально эффективному взаимодействию со своими партнерами, как поставщиками сырья, так и с покупателями готовой продукции. Строго следуя объявленной политике повышения экологической эффективности, реализуются масштабные природоохранные программы в соответствии с международными экологическими стандартами. Система менеджмента качества «Нижнекамск Нефтехим» сертифицирована на соответствии требованиям международного стандарта ISO 9001. Вся продукция, отгружаемая на экспорт, зарегистрирована в Европейском химическом агентстве в соответствии с требованиями регламента REACH. Стратегическая программа развития компании предусматривает рост ежегодного производства этилена к 2025 году до 1 миллиона 200 тысяч тонн, синтетических каучуков до 800 тысяч тонн, пластиков до 1 миллиона 400 тысяч тонн. Акционеры и руководство компании имеют четкое представление о будущем и обладают необходимыми активами, знаниями и персоналом, чтобы достичь поставленных стратегических целей.